Все школьные новогодние елки. Череда театрализованных представлений стартовала в Конаковской школе номер 9. Самыми первыми новогодние представления увидели ученики младших классов. А началась новогодняя елка с веселого хоровода под исполнение песни одной из учениц школы. В актовом зале царила праздничная атмосфера. В центре зала уже установили зеленую красавицу, которую ученики старших классов украсили новогодними игрушками. Зал заполнили нарядные ученики в карнавальных нарядах и, конечно, родители. Само представление сделали максимально интерактивным. Дети танцуют, подпевают актерам и помогают найти гадких злодеев, которые чуть не испортили праздник. За 40 минут театрализованного представления для детей выступали порядка 7 разных актеров, от мала до велика. По радостным лицам и улыбкам можно было понять, что первое новогоднее представление в этом сезоне прошло на ура. И теперь все ученики могут наконец-то отправиться домой, есть конфеты из своих сладких подарков от Деда Мороза и наслаждаться зимними каникулами.